В ефірі актуальне інтерв'ю. Я Олена Кальянова. Вітаю тих, хто щойно долучився до 9 каналу. Карантин знов набирає обертів. Уже із четверга за рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій у Дніпрі вводять обмеження червоної зони. Про це повідомив міський голова на своїй телеграм-сторінці. Про епідемічну ситуацію будемо говорити із фахівцем, професор, завідуючи кафедри мікробіології Дніпровського державного медичного університету Дмитро Степанський. Доброго вечора нашому гостю. Вірус. Про це говорять всі. Дуже тяжка ситуація, за даними нашими місцевими. Як змінився вірус за цей рік? Мы говорим о коронавирусе. Да. Конечно же, вирус эволюционирует. И в связи с этим я хочу сказать, что все в биологии, как говорил Феодосий Доброжанский, это американский биолог украинского происхождения, мы должны смотреть на все через призму эволюции. Конечно, к сожалению, иногда вирусы, бактерии, особенно вирусы, мутируют, эволюционируют до такой степени, что это становится просто плохими новостями, завернутые в протеиновую оболочку, как говорил нобелевский лауреат Питер Медовар. И в этой связи я все время задаю себе вопрос, почему журналисты не могут себя заставить говорить слово «эволюция вируса», почему вирус не эволюционирует, а почему он мутирует. Мы же не говорим, что... Ну, стоп, я не видел... это не журналисты говорят, специалисты так тоже говорят. Специалисты в основном журналисты в данном говорят случае перевозчики. «эволюционируют», они четко разграничивают понятие, например, мутация вируса и понятие эволюции вируса. Но я еще не видел ни одного специалиста или журналиста, или просто обывателя, который бы сказал, что, например, обезьяна мутировала в человека. Да? Она эволюционировала в человека. И как бы очень хорошо, если и журналисты, и специалисты будут говорить про эволюцию вируса. Я понимаю, что, наверное, когда наши зрители или читатели слышат слово «вирус мутировал», то у него, наверное, сразу какие-то негативные ассоциации и так далее. Но... Ну, скорее, да, негативные изменения в негативную сторону. Да, но вирус эволюционирует и эволюционировал, и будет эволюционировать. Он может эволюционировать в сторону ухода от иммунной системы, он может эволюционировать в сторону, скажем так, усиления или, наоборот, уменьшения своей вирулентности, то есть силы, способности вызывать какое-то инфекционное заболевание. Он может, эволюционировать в плане увеличения трансмиссивности, то есть заразности своего вируса. Естественно, что как бы этот вирус тоже постоянно мутирует. Когда вирус эволюционирует до такой степени, когда это вызывает обеспокоенность, да, когда он, например, вот то, о чем я сказал, когда вирус, например, может лучше, сильнее передаваться или вызывать более как бы, сложные реакции, то есть более тяжелое течение, тогда мы называем их варианты вируса, варианты, которые вызывают обеспокоенность или variant of concern. Штамм синоним или нет? Обычно используется штамм, изолят, вариант или линия. В принципе, мы используем это как синонимы, мы подразумеваем это одно и то же. Хотя, конечно же, есть определенные нюансы, но я думаю, что у нас особо не хватит времени сегодня для этого. Да. Когда мы говорим о текущей ситуации, то на сегодняшний день мы имеем дело с тремя наиболее такими значимыми вариантами коронавируса. Первый вариант коронавируса, который был выделен осенью 2020 года в Великобритании. Потом это вариант, который был выделен также осенью 2020 года в Южной Африке. И который был, вариант, который был обнаружен в декабре 2020 года в... Ухане. Нет, не в Ухане. Не в Ухане, а в Бразилии. А уханьский? Уханьский вирус – это оттуда пошла, собственно. От бразильского или от какого? Нет, 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 нет. Смотрите, вирус выявили впервые в Ухане, да, это Китай. Да, оттуда он да. пошел распространяться и приобрел пандемический потенциал. На сегодня мы имеем дело. Это только три других варианта. Мы говорим о вариантах. То есть эти все
Эти все три варианта имеют достаточно большое количество мутаций, которые закрепились в популяции, и мы говорим об эволюции этого вируса. Угу. И, к сожалению, они, эти все варианты имеют мутации в так называемом спайк-протеине. Спайк-белок, наверняка вы уже тоже об этом слышали, то есть это такой ключевой компонент, который позволяет вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть внутрь клетки. То есть, собственно говоря, потенциал, вызывающий заболевание. Но также, в принципе, я думаю, что необходимо нашим слушателям знать, что мы уже сказали, все вирусы эволюционируют постоянно. И, например, если мы сравниваем тот же вирус гриппа или там, другие некоторые РНК-вирусы, то мы должны сказать, что коронавирусы мутируют реже. У них есть специальный так называемый корректурный фермент, который не позволяет им мутировать как бы чаще. Поэтому, в принципе, у нас еще мы понимаем, что это сложная задача, но у нас есть надежда справиться с пандемией с помощью вакцин. И в данном контексте мой, например, основной месседж нашим зрителям будет таков, что чем больше будет вирус циркулировать в человеческой популяции, особенно неиммунной, тем больше будет возникать мутаций и тем больше будет возникать критических мутаций, которые потом закрепятся и вирус поменяет свои свойства. Очень не хотелось бы, чтобы вирус поменял в дальнейшем свои свойства в плане, например, усиления трансмиссивности или же там, усиления каких-то своих патогенных свойств или усиления вирулентности, то есть способности вызывать инфекционные заболевания или уходить из-под иммунного надзора, то есть чтобы наши вакцины продолжали работать. И для этого нам нужно удвоить наши усилия в профилактике. Да, там мы говорим о неспецифической профилактике, и в том числе о вакцинах. А вот скажите, как вы прокомментируете информацию, была такая несколько дней назад, о том, что в Украине, в частности в Луганской и во Львовской области, обнаружены какие-то новые, вот сейчас не боюсь ошибиться, варианты, не штамм, не мутации, да, варианты коронавируса. Да, в Украине уже это два те случая. Же, это те же варианты, о которых, в принципе, мы и говорили, так называемый вариант, который был обнаружен в свое время в Британии, да, он называется B.1.1.7, угу. Если мы говорим его филогенетическое. Ну вот там немцы, Шарите, они диагностировали як невідомі. В Украине очень мало площадок, на которых бы мы могли секвенировать, то есть определять последовательность генома. Поэтому наши зразки, наши образцы отправляются в Лондон или, ну, вот вы говорите, в Шарите, и они уже проводят секвенирование, потом мы получаем эти результаты. А действительно ли вот эти, если мы рассматриваем как британские, да, они действительно более опасны и более распространенные, распространяемые. Да, эта информация находится в открытом доступе, как бы про это уже много написано. То есть мы говорим о том, что данный вирус имеет более трансмиссивный, то есть он легче передается. И, к сожалению, люди болеют повторно. Поэтому, но что я хочу сказать? Меры профилактики остаются абсолютно точно такими же. То есть это дистанция, это ношение масок, это мытье рук, это проветривание, если мы находимся в помещении, да? То есть, чтобы это была адекватная вентиляция. А что вы можете сказать, вот как гражданин? Вы же тоже там ходите в городе, в магазины, в транспорте, да? У нас соблюдаются вот эти все... Ну, как граждане, мы все видим... Ну, вот знаете, как-то вот как по-разному все видят. Есть вот. Более осознанные. Одни говорят, вот уже надоело в этих масках, что все в масках ходят. Я, например, вижу, что меньшее количество людей ходят в масках в общественных местах. К сожалению, наверное, это особенность нашего менталитета. Я как бы здесь не компетентен комментировать. Ну, соблюдают или не соблюдают наши люди? Ну, вы видите сами. Вы видите, просто посмотрите... Посмотрите там, в общественном транспорте или даже там, в каких-то общественных местах, в магазинах. Ну, я вижу, что не соблюдают, Мы можем говорить о том, что вот причина роста, сегодняшнего роста заболеваемости именно вот в этом, в том, что люди не соблюдают или не совсем соблюдают? Ну, я думаю, что если бы все люди соблюдали, ну, во-первых, для наших людей, особенно не только для наших, но и для наших людей в особенности характерно такое понятие, как презентизм. То есть от слова present – присутствовать. Да. Нам нужно идти на работу. Вот я больной, я понимаю, что у меня там обоняние пропало, у меня температура, у меня кашель, у меня все симптомы коронавирусной инфекции, но я же должен быть на работе. Нет, чтобы остаться дома, не заражать других, не ехать в общественном транспорте, но нашим людям это свойственно. Я думаю, что если бы мы все очень четко соблюдали все правила, которые предписывают нам
профилактики, то я думаю, что уровень заболеваемости был бы меньше. А почему тогда, тоже я не могу, как бы лично не видела, но очень многие рассказывают и показывают, вот за границей более строго следят за соблюдением правил. И люди действительно в общественных местах, там тут Стамбул, да, приводит сейчас тебе пример, что там вот прям указывают, и полиция следит за ношением масок, например, соблюдают, а цифры не уменьшаются. Почему? Цифры не уменьшаются. Не уменьшаются. Ведь сейчас рост не уменьшается везде. По сравнению с чем? По сравнению с тем, что было. То есть давайте мы сравним, если люди вообще не будут носить. Это я сейчас о причинах хочу понять, почему. Давайте мы сравним, если люди вообще не будут носить маски. Что тогда будет? Что тогда будет? Будет еще больше? Естественно. Конечно, будет больше. Конечно, будет заболеваемость расти. Конечно, будет летальность расти. Конечно, будет не хватать коек в лечебных учреждениях. Конечно, будут опять вводить локдауны, потому что если мы не перерываем, у нас есть три звена эпидпроцесса. Это источник инфекции, это восприимчивый человек, да, коллектив, и специфический возбудитель с его специфическим механизмом передачи. Если мы убираем хотя бы одно звено, мы прерываем эту цепочку. Угу. Понимаете, когда мы не смогли по каким-то причинам на сегодняшний день охватить источник на хотя бы 95% специфической профилактики, то есть вакцинацией всю популяцию, она не иммунна, да, то мы тогда говорим о том, что мы должны применять какие-то другие меры, а это разобщение. То есть если мы не встретимся, естественно, что у нас нет шансов заразиться. Поэтому и вводятся вот эти вот все непопулярные, но необходимые ограничительные мероприятия. Я очень часто слышу мнение от других людей о том, что переболеют все. И некоторые даже говорят о том, что надо, чтобы переболели все, тогда вот все уйдет или станет слабее там, или как насчет этого? Я бы не хотел переболеть. На сегодняшний день не переболел, и я бы не хотел и болеть. Но я вакцинирован. Угу. Что с вакцинами? Пока одной дозы. Вот давайте о вакцинах. Как определить, правильная вакцина или нет? Хорошая она или нет? Смотри. Тоже у нас очень много фахивцев всего питания сегодня. Смотрите, вакцины — это очень сильно, может быть, самый сильный проверяемый вообще иммунобиологический препарат в мире. Вакцины безопасны. Любая вакцина проходит целую стадию так называемых клинических испытаний. Да? Это первая фаза, это вторая фаза, это третья фаза. То есть это фазы, на которых исследуется прежде всего эффективность и безопасность вакцины на различных популяциях. Да, в зависимости от фазы, конечно, будет то или иное количество людей вовлечено в данное клиническое исследование. Но перед этим еще, конечно же, сама идея разработки вакцины, вернее, внедрения вакцины, она проходит еще там лабораторные исследования, так называемое инвитро, да, и на лабораторных животных. После этого все регулирующие органы не перестают контролировать эффективность и, прежде всего, безопасность вакцины. Поэтому на сегодняшний день мы говорим, что вакцины безопасны. И на сегодняшний день мы говорим, что вакцины эффективны. Да, конечно, разные вакцины, эти клинические фазы клинических испытаний проходили в разное время, в разных регионах мира, в то время, когда был разный уровень подъема заболеваемости и так далее. Но, тем не менее, все вакцины, если мы говорим о коронавирусе, я правильно понял? Да? Да, конечно. То все вакцины защищают нас от тяжелого заболевания и смерти. Все вакцины, абсолютно все. Какую бы мы ни взяли платформу, какого бы ни взяли производителя. Но на 100% от заболевания вообще не сохраняют. На сегодняшний день мы не имеем четких данных, которые бы могли нам сказать, что вакцины защищают от заражения. Да, вирус может попадать, вирус может проникать в клетки, может в них реплицироваться, но он может вызывать тяжелое заболевание. И, естественно, что человек не будет госпитализирован, он не будет на интубационной трубки, и он не будет нуждаться в аппарате ИВЛ и так далее. Поэтому мы говорим, что на сегодняшний день вакцины также эффективны. И лучшая вакцина – это та вакцина, которая сделана. Я бы хотел вот так. В смысле, человек сделано, вакцинирован? Да, тот человек, уже, который сделал. Ну, да. Две дозы же, да? То есть одна разные доза. На сегодняшний день у нас вакцина AstraZeneca, для которой предусмотрено две дозы.
То есть нужно априори верить во все вакцины, которые сегодня вот сертифицированы, там ВОЗ одобрила, да? Мы должны не сомневаться. Мы не ищем непогрешимую истину. Мы берем лучшую гипотезу, да, и мы принимаем решение, основанное на фактах. На сегодняшний день мы говорим, что вакцины работают. И это вот так и есть. Что ответить? Вот меня сегодня, вот прям сегодня меня спрашивает пожилая женщина за 75 лет. Нужно, не нужно? Там предлагают, да? Нужно, не нужно? Вы говорите, нужно. Нужно, не нужно что? Вакцинироваться. Давайте, говорю, нужно. Давайте где-то гипотетически смоделируем ситуацию. Это пожилая женщина, да. Как вы говорите, 70 да. там, с чем-то 75, лет, да. У которой наверняка есть какие-то сопутствующие заболевания. Вот, да, да, конечно. Она заболеет коронавирусной инфекцией. Угу. Это группа риска. Мы говорим о том, что в этой группе риска, как и в некоторых других группах риска, больше шансы заболеть, больше шансы получить тяжелое течение заболевания и больше шансы госпитализации и летального исхода. Вот если мы положим на две чаши весов, вот что лучше? Тогда следующий вопрос вот по, там, например, тромбозам, да, этим сопутствующим каким-то эффектам после вакцинирования. Ну, была такая информация. Я не знаю, я не специалист, не знаю, насколько она там правдиво. Я думал, вы подготовились. И насколько... Нет, ну я же не вирусолог и не иммунолог. Ну, я вам задаю. Это все в открытом доступе. Да. Вот этот человек спрашивает меня, но если... Я же не знаю, есть ли у меня расположенность, например, к тромбозу. Ну, у нас, мы сами знаем, какая медицина, да, не все люди диагностированы, там куча всяких заболеваний. Нужно ли при этом, чтобы перед прививкой делали хотя бы какие-то анализы крови? Например, проверить вот никаких там... Никаких анализов крови не рекомендуется. Более того, как бы уже давно и Европа, и вышло вот недавно очень большое исследование третьей фазы, которое было проведено в Америке, оно включало в себя 32 или 34, не помню, тысячи исследований, которые, людей, которые получали именно вакцину AstraZeneca, и они не нашли никаких побочных эффектов, связанных с тромбозами. Эта вакцина эффективна и эта вакцина безопасна. Теперь, если мы говорим о тромбозах, мы знаем, что, например, гормональные контрацептивы, которые принимают большое количество женщин, также способствуют риску тромбозов. Да, например, я сейчас не помню четкую статистику, это можно поднять несколько сотен на 1 миллион. Да? Мы ввели несколько десятков миллионов доз и зарегистрировано около 20 тромбозов. Давайте положим на эту чашу. По что? Кто-то отменил гормональные контрацептивы? Ну, я думаю, что хороший гинеколог, он спросит у сопутствующих. Кто-то отменил каких-то... гормональные контрацептивы? Нет, не отменил. С таким насколько же... ими там вот, пользуются, ну, да, Европейское агентство и другие регулирующие органы говорят о том, что нет связи между введением вакцины и последующим тромбозом. Угу. То есть после не значит из-за. Так, то есть ответ таким такой, же успехом мы можем связать с любыми. Там, человек вышел из маршрутки, случился тромбоз. Почему мы этого не связываем? А вот давайте сейчас свяжем. А сколько тромбозов, например, может... Вот, давайте проанализируем. Вот женщины, я знаю, любят колоть различные филлеры, ботокс-терапию. Почему об этом никто не говорит? Влияет ли, проходят ли эти препараты какое-то клинические испытания? Они где-то регистрируются? Или ну, нет? Некоторые, да. Вот. Не все, наверное. Вот ключевое некоторые, слово. Нет. Да. И никто не проводит никакой причинно-следственной связи с дальнейшими какими-то осложнениями, с аутоиммунными реакциями. Почему это мы не поднимаем? А может быть такое, У нас идет сакрализация вакцинации. Вы сейчас смотрите, я же на вашей стороне на самом деле сейчас. А я на вашей. Наша задача сейчас людям рассказать и какие-то мифы развеять. Правильно? Да. Там где-то. Я с удовольствием. Если, опять, следующий вопрос, не от меня лично передаю, да, а если существуют ли растянутые реакции? Вот не укололся, завтра плохо или через неделю, а, например, через месяц или там через два месяца. Такое может быть как результат? Смотрите, к сожалению, коронавирусная инфекция, да, COVID-19 или SARS-CoV-2, это абсолютно новый вирус. И мы не можем на сегодняшний день в долгосрочной перспективе говорить о том, что... Как бы вот эти вот вакцины там, как какие-то вызывают растянутые реакции. Большинство реакций, они
носит легкий характер, это там, болит плечо, ну, болит поболел, место там, инъекции, по температуре день, там, небольшая лихорадка. У меня, например, вообще ничего не было. Вот я вакцинирован. Я на следующий Вы день молодой, здоровый пошел человек, на тренировку. Да. Нет, это все очень индивидуально. Например, некоторые из моих, ну, я знаю, коллег, они переносили там с лихорадкой 38 даже и 5. У них побаливала голова. Долго? Все это было, сутки. Ну, это все очень индивидуально. У кого-то вообще ничего не было. У меня там немножечко болело место инъекции там в течение суток. Все, у меня больше ничего не было. Но это все очень индивидуально. А давайте сравним, вы сказали, вот никуда же там не исчезли какие-то побочные реакции от других вакцин или там уколов, да? А вот есть ли такие исследования по поводу вакцинации от там гриппа другого вида, не от коронавируса, а, например, там, от гриппа, то, что у нас ежегодно происходит. Вы имеете в виду, делись ли куда-нибудь наши другие инфекции, которые... А вот делись они куда-то в этом году, например? Вы задали настолько пленительный вопрос, что не отвечать на него, конечно, было бы с моей стороны свинством. Но я начну издалека и хочу сказать, что, конечно же, я открою, может быть, для кого-то тайну, не все заболевания, которые профилактируются вакцинацией, которые входят в наш календарь прививок, являются смертельными. То есть не от всех умирают. Например, возьмем тот же паротит. Ну, или свинка, да, в простонародье. Ну, подумаешь, вызвал он как бы бесплодие у мальчика, да, у мужчины. Или... Ничего себе реакция. Ну да, от этого не умирает. Но человек на всю жизнь может остаться бесплодным. Угу. Или возьмем там, например, краснуху. Абсолютно безобидная, казалось бы, детская инфекция, да? Но если ей заболеет женщина в первом триместре беременности, то в очень-очень-очень-очень высоком проценте случаев она, скорее всего, родит ребеночка с синдромом врожденной краснухи. Глухого, слепого и с пороком сердца, скорее всего. Но это не смертельно. Женщина будет жить дальше. Корь. Возьмем корь. Ну, да, это не просто там нежить, или там лихорадка, конъюнктивит и сыпь. Да, 5 дней или там сколько не походил на работу. Один случай приблизительно на 200 – это тяжелая пневмония и тяжелый отит, воспаление среднего уха. Один случай на 1000 – это тяжелейший менингит. Да, от этого как бы можно не умереть. Один случай на приблизительно 2000 – это летальный исход. Один случай на тоже несколько тысяч – это когда человек, ну, ребенок, как правило, перенес корь, это тяжелейший инвалидизирующий подострый склерозирующий панэнцефалит. Это медленная инвалидизация, в течение нескольких лет этот ребенок умрет. Понимаете? Тяжелейшая реакция. Ну, что мы еще возьмем? Ну, возьмем дифтерию. Ну, в дифтерии умрет, например, 1 из 10 только. Ну, не все, 9. Да? Остальные 9 пойдут становиться на учет кардиологу с миокардитом. Вот. А вот неверующим? Возьмем вирусный гепатит Б, да, от которого он тоже у нас вакцина входит в календарь прививок. Ну, не умрет от него человек. Он умрет всего лишь от, например, цирроза. От цирроза. Видите, да. Вы какая... Да, я вас обожаю, вы умничка. От цирроза умрет. Или от первичной гепатокарциномы, которую вызвал гепатит С. Столбняк. Поверьте, от столбняка, от перенесенного столбняка, если человеку посчастливится и он выживет, потому что у нас есть противостолбнячная сыворотка. Она как бы не везде доступна, не всегда, но тем не менее. 50% есть того, что человек выживет. Но после перенесенного столбняка формируется пожизненный иммунитет. Вот такой классный. Но только при столбняке будет такой силы судороги, что ломаются позвоночник, понимаете? Ну, а так, конечно, от этого... Тяжелейшие реакции, да, безусловно. А так, нет. А что ответить? Отвечая на ваш вопрос, никуда эти, инфекции не делись. Да, конечно. И последствия от них конечно, тоже. Мы носим сейчас маски, конечно, мы моем руки, мы дистанцируемся, мы меньше коммуницируем, да. И, естественно, может быть уровень, там, как бы частота... этих инфекций на сегодняшний день может быть немножко меньше. Я не владею, я не готовился к этому специально, но это можно, в принципе, в открытых источниках посмотреть. Но, тем не менее, эти вакцины никуда не делись. Нам ни в коем случае нельзя прекращать рутинную вакцинацию. Но это вот ответ людям, не верующим в COVID и верующим там, в теорию какого-то заговора. Я вам хочу привести один маленький пример. Да? Я как бы его уже в эфирах некоторых говорил. В 2019 году я представлял государство Украина в Европейском бюро ВОЗ по контейменту
Мариуполю вирус о безопасном хранении. Там выходил Патрик О'Коннор и такая огромная, там огромный зал, сидят все эти страны европейского региона, а это в том числе страны бывшего Советского Союза, там, Узбекистан и так далее. И уровень охвата основными прививками. Ну, я четко запомнил корь и полиомиелит. Те страны, мы говорим, когда мы говорим о достаточном или адекватном уровне популяционного иммунитета, мы говорим о 95% охвате нашего населения. Да? То есть мы говорим тогда, что все, даже эти 5% защищены. И эти страны были обозначены зелененьким цветом. Чем ниже как бы, уровень охвата, тем, конечно, этот зеленый цвет менялся сначала на салатовый, потом на желтый, ну и красный. Красный – это менее 50%. Перевожу – это критический уровень. И вот, собственно говоря, у нас еще были там несколько стран, я их практически все запомнил, их было штук 8. Они были даже не красного, они были коричневого цвета. Даже не знаю. Коричневого цвета. Да. Это меньше 50%. Это были такие развитые страны, как Сомали, Зимбабве, Папуа-Новая Гвинея, Мадагаскар. И вот такое пятно в центре Европы под названием Украина. Понимаете? Мне было очень-очень стыдно. Вот в тот момент за нашу страну. Почему-то мы, у нас не стоит вопрос, вакцинировать ли домашнего питомца. Вот у кого есть собаки, кошки. У нас нет, у нас нет даже, у нас в мысли не закрадывается, что мы не будем делать вакцину нашему питомцу. Хотя это член семьи тоже. Но почему-то вот у нас сакрализация идет вакцинации, и себя мы не будем вакцинировать. Родственника, не-не-не-не-не, там... Ну, многие просто сегодня говорят, ну, надо подождать, вот посмотреть, смотрите, как там вот, вот эти первые добровольцы, вы в том числе. Лет 20 назад у нас был критический, можно сказать, дефицит информации. На сегодняшний день у нас переизбыток информации. Я хочу посоветовать нашим зрителям, нашим слушателям, нашим читателям верифицировать информацию. Читать правильные сайты. Если мы хотим разобраться в вопросе вакцинации, не нужно читать желтую прессу, не нужно читать то, что нам сказала там, сестра кумы двоюродного брата, или слушать. Какие сайты, например? Это сайт ВОЗ. Да, я вам открою даже маленький секрет. В принципе, если вы не владеете английским языком, не умеете пользоваться Google-переводчиком, да, там, понятное дело, вся информация в основном идет на английском языке, но один из официальных языков ВОЗа – это русский. И там вся эта информация также изображена. Потому что мы же пятно изображена. Большое, да, у нас это сайт CDC. Да, Центра по контролю и профилактике заболеваний. Есть американский, он есть европейский. Я немножко сайту МОЗ подготовил. Можно доверять? Когда мы хотим... Куда? Где у нас камера? Куда сейчас мне? Вот, смотрите, вот сайт, который, на котором вы можете посмотреть все последние данные по мутациям коронавируса. Оставите мне, потом я вам оставлю, подпишем, да, с удовольствием. Да. Когда вы хотите разобраться в вакцинах, пожалуйста, коронавирус вакцин трекер. То есть, ну да, на английском языке, но там вся информация доступна вот, и понятна. Да, я вам да, как оставите. Бы это оставлю. Да, пусть наши зрители, пусть наши слушатели, наши читатели разбираются и смотрят всю правдивую информацию. Поэтому наша задача верифицировать информацию. А сайту МОЗ можно доверять? Можно, у нас же большое недоверие в Украине вообще ко всем можно верить сайту МОЗ, структурам. Можно верить сайту Центра громадского здоровья. Конечно, там вся эта информация тоже присутствует в доступной форме. Пожалуйста. Так, резюмируем. Что мы, как мы дальше защищаемся от вируса? Еще раз резюмируем. Как с нам жить если дальше? У вас есть возможность вакцинироваться, мы, конечно же, вакцинируемся. Так. Мы не прекращаем рутинную иммунизацию. Кстати, рутинная иммунизация нужна не только детям, но и также взрослым. К сожалению, от некоторых инфекций необходима ревакцинация. Да? Там, например, раз в 10 лет. Например, та же дифтерия или тот же столбняк. Мы это тоже делаем. Ну и, конечно же, соблюдаем все меры неспецифической профилактики. Это... ношение масок, это дистанция, это проветривание, когда мы говорим, да. Если мы заболели, мы сидим дома и своевременно обращаемся за медицинской помощью, ну и сохраняем позитивный настрой. Вот думаю. Еще один такой важный вопрос. Сколько будет сохраняться вот тот иммунитет от вакцины, который, вот, например, вы получите после второй дозы? Полгода, год, на всю смотрите, жизнь? Смотрите, вакцинация как? У нас на сегодняшний день только введена, она начата в 2020 году. Да. Понимаете, мы не можем сказать, то есть на сегодняшний день
день мы говорим о том, что вакцинация защищает как минимум на тот же срок, как и перенесенное заболевание. Некоторые вакцины имеют более, ответ их более направленный, иммунный ответ. Поэтому мы можем ожидать минимум полгода защитного уровня антител, да, то есть нашей защиты, но, скорее всего, это будет больше. А потом что, опять, если... Вот, есть... На этот вопрос вам никто не ответит. Если вирус будет интенсивно циркулировать в человеческой популяции, могут возникать, как я уже говорил, мутации. Вирус будет что? Эволюционировать. Если он будет эволюционировать не так, как бы нам хотелось, то есть в сторону усиления своей трансмиссивности или, не дай бог, увеличения какой-то своей, своих патогенных свойств, тогда, конечно же, нам нужно будет адаптироваться к, ну, к этим условиям, и, конечно же, нужно будет менять, немножечко менять состав вакцин в данном случае. Ну, зрозуміло, роз'яснили все, я думаю, что... Те, кто сомневались, я, ну, хотя бы некоторое количество людей мы убедили. Мне так кажется. Я надеюсь на это. Спасибо вам. Вам тоже. Я ще раз дякую за спілкування. Професор, завідуючий кафедри мікробіології Дніпровського державного медичного університету Дмитро Степанський був гостем нашої студії. Бережіть себе та залишайтеся надалі із нами. Дякую за увагу. До побачення.